Йоу, Рабгэнг, это второй день нашего похода в высокогорную долину озер Limestone Lakes. Там те самые озера, с той стороны гора Фругал. Мы сейчас отдыхаем, исследуем долинку, ищем место для хорошего привала. Будем продолжать двигаться в ту сторону, а вы смотрите все с самого начала. Погнали! Так начинается наш день. Время 7:15 утра. Мы находимся в провинциальном парке Height of the Rockies. На русский это переводится как «высота скалистых гор». Отправляемся в первый летний поход. 16 километров дистанции, 2 километра набора высоты. Идем к прекрасным озерам Limestone Lakes. Успели отойти от дороги буквально на 5 минут, и перед нами вырастает первое серьезное препятствие маршрута. Переход через ледяной ручей. Он не такой большой. В прошлый раз был больше. Мне тоже так кажется, что он был покрупнее. Вода была возле берега, помнишь? Угу, здесь? Угу. Нам повезло. Угнали. Сейчас будет утреннее омовение. Мы прыгали прямо с этого. Прямо с берега. С берега? Да. То есть уровень явно упал. Угу. Первый? Да. Да. Да, сейчас еще пару часов пройдемся, немного согреемся после этой ледяной воды. И у какой-то следующей речки в красивой долине будем делать привал и завтракать. Так чего? Сколько ты Идем уже около 2 часов, продолжаем набирать высоту на склонах каньона с тяжелым рюкзаком. Это дается нелегко, плюс мы до сих пор не завтракали, идем голодные, замученные. Уже хочется где-то остановиться, я надеюсь, что этот привал будет довольно скоро. Фу. Привал! Ау! Кажется, мы вот-вот выйдем к речке. К месту привала набор высоты, слава богу, ненадолго закончился. Идем по ровному, стало очень легко и приятно, но все равно хочется уже скинуть этот рюкзак и вонзиться в свою консерву с тунцом. Ребята! Ребята!
А, не там. Дошли до ручья с привалом. Пацаны уже на том берегу расселись. Надо как-то переправиться к ним. О, здесь красивая долина с большими видами. Найс. Машка, ты в порядке? Маша? Да, ну встать не могу. Так, давай. Руками оттолкайся, двумя. Давай. О, спасибо. Так, аккуратно. Ничего себе, не хряпнул там нигде? Нет. Ну что, руку не... У меня лицо нормально? Руку не ушибло никакого. Все нормально? Я просто лицом в какой-то куст упала. Вот это настоящий экшен, ребята, попал на камеру. Машка сорвалась с дерева и упала в кусты с тяжеленным рюкзаком. С таким рюкзаком без посторонней помощи встать невозможно. Мы сами все видели. Опасная ситуация. Прошли уже больше 20 тысяч шагов. До финиша осталось около 6 километров. Продолжаем набирать высоту. Сил уже никаких нету. Хочется сделать еще один большой привал. Ищем хорошее место. Тяжело, ребят. Тяжело, не хочется ничего говорить, комментировать на камеру, потому что просто не хватает дыхалки. Нет сил на беседы. Нашли еще один ручей. Наконец-то можно сделать второй нормальный привал. Нафильтровать еще воды себе в пузырь. Что-то перекусить и просто скинуть этот рюкзак и посидеть отдохнуть. Мы это заслужили. Наконец-то выбрались из леса на какие-то просторы спустя почти 8 часов после старта. Слева скала, впереди горы. Двигаем вон туда, наш финал в
конце этой долины. Страдаем, а это загорается. Просто я не знаю, как мы Марс. Это жесть, ребята, это просто капец. Невозможного подъема с большим рюкзаком. Машка набрала 2 километра высоты сегодня за день. Вот с этим за спиной мы пришли. Перед нами Limestone Lakes. Вода либо там, в ледниковых озерах, либо в каких-то ручьях, которые стекают с этой горы. Тут совершенно дикие места, ставить палатку можно где душе угодно. Надо только найти довольно ровное место, где можно поместиться. Мы все с тремя палаточками и не очень далеко от воды. И все, все, ребята, можно оставлять где-то эти рюкзаки, ставить палатку и отдыхать. Валяться, ничего не нести, никуда не ходить. Как тебе 10-часовой поход по лесу? Я не знаю, вроде на бумаге он выглядел несложно, но по факту, наверное, один из самых сложных, да. Что я хотел. Что-то как-то непонятно. Ну и теперь, когда ты видишь перед собой вот это, да, оно классно. Оно того стоило? Отсюда вообще. Вот на тот камень, наверное, еще сесть, это вообще компьютером. Да. Нет, завтра... Вообще какая-то виртуальная реальность. Завтра фотки тут поделать надо будет. Следующая площадка вот справа внизу очень большая. Нашли свою площадку, вот это. Это наш дом на сегодняшнюю ночь. Там за углом тает снег, и у нас есть доступ к воде. Не совсем проточный, но у нас есть фильтр, блин. Трава. Все, ребят, я снимаю рюкзак прямо здесь. И первым делом завариваю лапшу. Надо немедленно поесть лапши с колбаской, а то все это плохо кончится. Энергии уже вообще нет. Зомби-ленд.
Да, вот только баньку сюда переть нам не хватало. Зато прикинь, какой кайф после такого похода, блядь. Там Мария, чё, ну, баня, ну. Потом Машу ты не вытащишь из этой бани. Гордон Рамзи отдыхает. Вообще. Ты чё свои, блядь? Горячий пол. Что там за зелье, блядь? Зелье. Зелье, блядь. Да всё, на. Я уже сам в этом супе весел. Последнее важное дело перед сном, парни подвешивают мешки с едой на скалу, чтобы до них не добрались бурундуки. И 4 мешка на одной тонкой веревке. Получится ли у них? Вот все, ребят, так заканчивается первый день нашего похода на Canada Day. Озера Limestone Lakes, горный массив Рассел. Луна, вроде полнолуние. Немного посмотрели закат, было не очень впечатляюще, но неплохо. Сейчас уставшие, отправляемся спать. Завтра пойдем к дальнему ледниковому озеру. Мы там не были в прошлый раз. Хочется посмотреть. Ребенка, это второе утро нашего похода. Время 7:30. Всю ночь палатку колошматил. Сильный ветер, погода меняется, немного портится здесь. Должно стать прохладнее, чем было вчера. И появился новый ветер с той стороны, с тех гор. Всю ночь вся палатка вот так трш-трш-трш. Было довольно сложно спать, но до сих пор все красиво, прекрасно. Отлично, невероятное место. У нас здесь еще почти целый день. К вечеру будем двигаться в обратную сторону, искать промежуточную ночевку. А сегодня исследуем эту долину. Йоу, доброе утро, Никита. Как тебе ураганная ночь сегодня? Нормально, она колбасила, я думал, меня вместе с палаткой сдует. Ты еще открыл форточки, чтобы дышалось полегче. Ну да, свежий воздух. А, кайфовенько было. Не, нормально, главное, дождя не было. Просто ветер. Ну, просто еще мы встали на таком месте. Не знаю, как у вас, у меня вообще, по-моему, открыто. Короче, где-то в час или два ночи было очень светло. Да? Мне вот эта часть палатки, передняя, она просто была как будто, знаешь, фары машины светят когда. Я думаю, что за фигня, короче. Я открываю палатку, выхожу, просто луна вот здесь по центру стоит. И просто вся долина подсвечивается. И полнолуние, да? И такое полнолуние. Это вообще такой вид был. Тут можно было видеть практически, ну, всю долину, все озера. Это было нереально. Я как бы, ну, фотки там пофотал, да? И прикольно вообще, так знаешь, звезды, чистое небо. Небо, кстати, было вообще чистое. Там ни облачка не было. Фу. Не знаю, но было круто очень. Я что-то так взял, сел, посидел, настал водичку. Может, с полчасика посидел, потом пошел спать. Как тебе первая ночь на Limestone Lakes? Ужасно. Ну, я спала на каких-то камнях.
Не могла вообще спать на правой стороне, на правом боку. Нет. В общем, это был какой-то кошмар. Вы только посмотрите, какой у Стаса завтрак. Я такого в походе еще никогда не видел. Спагетти. А ты можешь их вытащить, чтобы ломать просто? Если итальянцы увидят меня потом... Ты чё? Если ломать, это... Я вижу, тут все супершефы собрались. Для этого длинными сделали. Если бы хотели их что-то надломать, и бы сразу короткими делали, правильно? Это как этот ролик. Я видел эти видосы, где типа там перед итальянцами ломают эти, там просто такие глаза. Что происходит? Да блин, ну что ты думаешь, я не умею пасту варить? Я умею. Но, блин, в этой ситуации что, у нас тут хай кузин, что ли? Мы не итальянцы. Гордон Рамзи. Нет. Ломаем спагетти. Этот бургер настолько сырой, что слышу, что он визжит. Снова подвешиваем еду перед тем, как отправиться на прогулку. Пацаны опять работают на скале. Они уже хорошо знают, что делают. На опыте. Ночью ни один дикобраз не залез в наши сумки. Надеемся, что и дальше все будет спокойно. Там уже слишком много замотал. Мне кажется, уже перебор. Веревкой заведует главный пчеловод. Я сыр никому не отдал. Сейчас я только попробую. Так, ладно. Сейчас. Может, он уже отпускает, мне кажется. Вообще чётенько. Чудная долина. Не, лучше, чтобы все в разных местах стояли, тогда прикольнее получается, как обложка альбома. Ну, вот так охуенно. Вот. Подбираемся к первому озеру сегодняшнего дня, оно такого мутно-бирюзового цвета, ледниковое. Сейчас попробуем эту воду на ощупь. Это нормально. Можно окунуться столько. Но ледники могут растаять еще до того.
Боливию, на того озера, знаешь, оно там наполняется. А, может там будет в июне? Да, есть, оно такое кристальное, а потом на песке соль просто, да. Километры. Это оно такое. Это то же самое. В прошлый раз, когда мы здесь были, это было большое озеро, и вон, если видите темную полосу на тех скалах, это бывший уровень воды. Я предполагаю, что это озеро наполняется со снегов, которые лежат на той горе, и в этом году снега было поменьше, поэтому воды сейчас здесь очень-очень мало. Двигаемся к этому перевальчику. Возможно, там большой обрыв и открывается вид на следующую большую долину. Надо разведать это место, а потом, может быть, попробуем по хребту подобраться поближе к леднику. Опять озера? Оказывается, их здесь очень много. Ага. Капец. Еще озера, еще люди, большого обрыва в долину здесь не случилось. Все равно прикольно. Обрыв, походу, есть, но он очень. Да. Он еще за следующим обрывом, за следующим. А ты знаешь, что прикол? Ты знаешь, что прикол? Вот на это вообще можно легко подняться. Вот там. Смотри. Я вообще просто залаз обычно. Как? Ну давайте. Вот там по хребту, и вот на цепля, и вообще. Я сейчас не понял, это сарказм, да? Нет, это реальный маршрут. Снялись с привала, теперь будем пробовать пробиться поближе к леднику, по этому каменному хребетику. Придется немного поработать, но в целом я думаю, что это займет у нас где-то полчаса, может чуть меньше. Вообще красивое местечко, друг. Просто супер. Выбрались в ледниковую марену, как ее называют Маша. Тут кроме булыжников нету ничего. Идем по камням. Пробираемся вверх, ледник уже близко. Можно считать, что куда-то дошли, добрались близко к горам.
погнали еще дальше. Отличненько просто. Привет, два ледника. Мы прямо у подножья горы. Офигенно. Самых эпических мест, в которых я был в своей жизни. Вы только посмотрите на эти 360. Это просто разрыв. Если по правой стороне, то вроде видно. Пошли и по бугру обратно приду. Стас предлагает спуститься здесь с лифта мимо ледника, обойти озеро с той стороны и по тому бугру вернуться обратно к нашим палаткам, которые вот на том далеком выступе. Никита не очень впечатлен от себя видом. Офигеть, куда мы забрались, ребят. К самому леднику. Где отсюда выход? Мне кажется, он чуть правее, понятно? Ну надо как-то эти реки пересечь. Да. Оу, щит.
А я думал, она на тебя нападать будет. Чего она хочет? Она что-то с ним не трогает. Она тебя может быстрее давать. Пойдемте быстренько пройдемся. Вернулись обратно к Среднему озеру. Утром начинали прогулку с той стороны. Двигали на тот хребетик, смотрели на следующее озеро там за холмом, потом поднимались по этому хребту к ледникам, спустились оттуда, и вот мы здесь сейчас обойдем озеро справа и будем подниматься к нашему лагерю. Самое левое озеро долины, подобрались к нему почти вплотную, смотрим на него сблизи, с высоты. Офигенно красиво. Да. С консерва. Кипятится водичка. Настаиваются макарошки. По этому месту? Да. Обжили уже тут все. Наконец-то снова на плечах родной рюкзак. Привычная двадцаточка. Сразу чувствуешь себя увесистым, уверенным, готов двигаться туда, в горку. Начинаем, друзья. Уходим отсюда. Последний взгляд на озерную долину и уходим через перевал на каменистое плато, или как это называется. Это очень странное место. Это долина не на... Эта долина не похожа ни на какие другие долины, которые я видел в канадских скалистых горах. Какое-то каменное месиво, оставленное ледником. Жесть. И
именно в этой долинке мы будем делать сегодняшний привал, разбивать лагерь. Вот там внизу видно блестит ручей на зеленой полянке, к ней мы и двигаем. Немного обследовали местность возле ручья, нашли место, где мы со Стасом стояли 2 года назад. И здесь же опять будем разбивать лагерь на этих полянках. Не пойдем никуда дальше к следующему ручью, не будем экспериментировать. Немного отдохнем, расслабимся. Время уже после 7 вечера. Сейчас поужинаем, разобьем палаточки, отдохнем и завтра со свежими силами в бой оставшиеся 14 километров или около того. Алекс, подожди, или ты где будешь вставать? Блин, да я думаю, прям здесь вот неплохо. Вот он наш небольшой палаточный городок. Тут посередине кострище. Устроим вечерние посиделки. Стас расположился на пригорке. Эй, на старом месте. Да, на том же самом месте. Я сегодня не знаю, как мы здесь, по-моему, 3 палатки как-то поставили в прошлый раз. Да, вот на этом пятачке все воткнулись вот здесь. А неровно. Там вроде полянки получше, непонятно, зачем мы это делали. Наверное, сильно устали. В этот раз все намного комфортнее будет. Сейчас нафильтруем воды, насобираем хвороста. Будем чаевничать. Почти десерт. Все мажорные места заняли, да? Вот он неплохо здесь. Вот он, смотри. Есть, успех. С первой попытки. Класс. Ежевика, черника, там что-то еще, уже не помню. Идите вы. Тоже только насобирал, почистил, сварил, затолол. Дикая картошка. Так возле Кастрика заканчивается наш второй день похода. Завтра будем возвращаться к машине, спускаться обратно по этой долине. У нас впереди еще больше 10 километров пути. На сегодня все. Cheers. Никита! It's time! Hello. Пора. Третий день похода. Время 6:30 утра. Надо вставать, всех поднимаем, потому что впереди долгая дорога назад к машине с большими рюкзаками. Сейчас надо
вытащить со скалы еду. Вчера мы ее подвесили где-то там. Быстро позавтракать, привести себя в порядок, собрать палатки, все вещи. И поскорее выдвигаться. Сегодня ночью я сильно замерз, ну, под утро. Часа в 4 проснулся от холода и с тех пор так не смог согреться. Лежал в палатке, надел на себя сверху еще дополнительный слой, но мне ничем не помог. Лежал, трясся, мерз. Но ничего страшного, все равно выспался. На воздухе всегда хорошо высыпаешься. Время 8 утра, мы почти полностью собрались, через 3 минуты будем выходить. Осталось только сложить Машкин рюкзак. Пока можно еще немного попить кофейку. Йоу. Наконец-то мы уходим. Все, пока, Далинка, большое спасибо за гостеприимство. Вчера здесь был отличный вечерок с длительным большим костром. Мы очень кайфанули, расслабились после всех этих длинных переходов, перевалов и маршрутов. Было очень классно здесь посидеть, просто покайфовать в лесу. Встретились с ребятами у ручья, и здесь они хотят покинуть, бросить нас одних в лесу с Машкой. Все дело в том, что по дороге сюда они пробили колесо, и теперь им на запаске можно ехать максимум 80, поэтому они пойдут обратно немного быстрее нас, побыстрее вернутся к машине и начнут дорогу обратно в Калгари. Здесь мы с ними прощаемся. Ребята, отличный походик. Давайте. Было просто супер. Все, удачи. Пока. Есть, мы вышли обратно к реке. Что я могу вам сказать? Дорога наверх и дорога вниз. Это как будто два разных маршрута. По сложности так точно. Сюда мы просто долетели. Это не заняло никаких усилий. Мы прошли уже примерно две трети маршрута и... Половина. Последнее серьезное препятствие на пути к машине, мы снова переходим ледяную реку. Отлично.
Вот теперь в конце похода ледяная вода. Для ног это просто кайф. Мы сделали это, гэнг. Машина. Время 2 часа дня, мы вернулись. Просто прибежали обратно вниз. Намного легче, чем идти наверх. Рюкзаки стали полегче, мы слопали всю еду, которую брали с собой. Но в основном дело, конечно, в уклоне тропы. Машка, это твой первый раз на Limestone Lakes. Рассказывай, как тебе? Мне очень понравилось. Очень разнообразные пейзажи. И вообще, из-за того, что Лёша и Стас уже были на этом месте, все было отлично спланировано. Все просто прошло без сучка, без задоринки. Мы останавливались в самых лучших местах. Долина крутая? Долина офигенная. Очень красивая. Невероятные просто горы, озера, все разноцветное. Просто как будто это виртуальная реальность, а не настоящая. И еще огромное спасибо Никите и Стасу. Была отличная компания, было очень весело. И мне интересно, вот Стас доел свой кирпич сыра или нет? Стас, напиши комментарий, как там сыр? Хочу еще добавить, что в прошлый раз, когда мы были в той долине, кроме нашей группы, там было только 2 человека у Нижнего озера. В этот раз, кроме нас, было еще человек 15, но, несмотря на это, там на всех хватает места. Долина все такая же гостеприимная и прекрасная для тех, кто сумел туда дойти, потому что путь наверх очень и очень непросто. Спасибо, что были с нами. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, пишите коммент. До новых приключений. Peace. Пока.